Так, ну все, надо забираться. Потихонечку. Опа! Как хорошо, когда платформа большая. Все шмотки помещаются. Прекрасно. Тут вот, чтобы подкидывать вот этим кувшинкам, надо было бы удочку, если с берега сидеть, метров, наверное, 7. Вот. А тут я обойдусь удочкой в 3,9. А может быть, даже ближе к ночи поставлю удочку 2,7. Вот так вот. Начнем пока что с дальней дистанции, вот, а там дальше посмотрим. Ну как дальняя? Дальняя относительно. Кто-нибудь скажет о том, что удочка длиной 3,9 метра – это коротышка. Ну, когда ловишь с платформы, совершенно другие понятия. Поплавок буду применять сейчас с полой антенной для того, чтобы ловить на пылящее тесто. Вот такой поплавочек, он небольшой, хороший японский поплавок настоящий, антенна полая и конусная. Вот на него сейчас буду начинать ловить. Так вот поплавок засовывается в кондуктор, и все, он отсюда уже абсолютно никуда не денется. Все, сейчас будем промерять глубину. Марчина выделяется вообще.
чтобы платформу не убило. Надо с ним все убрать. Все, короче, я за рулем, спрятался от дождя, перетащил я все шмотки в машину, пережду грозу, пережду дождь и буду надеяться, что больше этого не будет. Ну, по прогнозу, то как бы передавали в это время, сегодня дождь. Вот, есть время по печику, посмотреть ютубчик рыбацкий, вот, пока все это дело поливает и сверкает, вон как сильно. Ну что-то, ребят, дождик совсем не прекращается. Вот. Я, короче, думаю, может, мне зонта у меня нету рыбацкого. Вот, надо заказать. Зато есть палатка, которая ставится на платформу. Я вот и думаю, раз гроза кончилась, может, палатку на платформу поставить. Как бы дождь идет, но по идее в такой дождь рыбачить можно рыбу. Я думаю, будет клевать. Но он когда-нибудь закончится. И не сидеть же до ночи в машине. Так оно. Вот такая, короче, палатка на платформе. Сейчас у меня стоит. Вот сейчас по-любому только придешь, короче, сюда. И дождик прекратится. Так, ну, в общем, все готово к рыбалке, ребят. Палаточка стоит. Все отлично. Я тут уселся. Вот. Сейчас расчехлю опять удочку заново. Вот. И начнем дубасить. Попробую я сейчас порыбачить на оснастку, где у меня оба крючка будут лежать на дне. Посмотрим. Вот у меня идет, видите, обозначение. 3,9 метров длина удочки, 0,165 основная леска, 2 дно. Это два крючка лежат на дне. То есть ловля со дна, когда два крючка лежат на дне. Когда крючки отрываются, вершинка поплавка немножко всплывает. Если резко рыба затягивает, получается, крючок в пасть, то поплавок резко ныряет. 2,4 это огрузка. То есть у меня поплавок без веса теста будет торчать на 4 деления. Когда тесто, получается, будет касаться дна, из воды должны торчать 2 деления. Это в идеале. Ну так, вкратце, по-быстренькому рассказал. Ну все, что? Начинаем. Разговор с рыбами. Одного подлещика поймал, одного подержал. И представляете, блин, народу никого. Пришли, в общем, мужчина с супругой. Я тут рыбачил. И, короче, садится, блин, в 2 метрах от меня. Я вообще в шоке. Тут такой пруд, тут везде, кругом, блин, этих мест для рыбалки. Ну, очень много разных. Зачем садиться рядом, блин, на такой большой акватории? И ладно бы там в 10 метрах все, он садится прям под жопу, он кидает поплавок вот в 2 метрах от моей платформы стоит. Какой вообще в этом смысл? Неужели настолько, я не знаю, место такое намоленное, надо вот прям под задницу подсесть. Не люблю я, короче, такие всякие штуки.
люди и сами-то не понимают. Вот он сел, закинул поплавок, тут же накидал какой-то рассыпухи, короче, прямо на поплавок. Сидит, ждет, блин, она у него там что-то ходит туда-сюда, пытается что-то поймать, у них ни хрена не клюет. Я подсекаю, одного поймал, одного подержал. Вот, и, короче, гроза пришла, и все. И она их прогнала, и слава богу, я сегодня хоть, может, один порыбачу на самом деле. Вот. Так, поплавочек другой. Вот такой вот беру. В чем фишка? Поплавок, значит, идет из материала перо. Вот, павлине. И вершинка идет солидная. То есть она идет цельная. Она практически не имеет грузоподъемности. Вот, и очень остро реагирует на малейшие поклевки. Вот, рыбачить будем, как я уже и сказал, со дна. Тесто буду пока что использовать то, которое быстро растворяется. Вот, а потом уже посмотрим по наличию рыбы. Также я еще дополнительно имею в арсенале пакет прикорма. Вот, так что если подойдет плоский, то бишь лещ, будет чисто он на точке, тогда, может быть, я его еще дополнительно закормлю. Вот, потому что он выедает махом все со дна. Ну вот, с момента заброса прошло примерно 20 минут, и пошли уже первые шевелёнки. Уже сделал одну такую результативную подсечку, была какая-то хорошая рыба. Вот. О! Вот он. Здорово, друг. Тихо. Ну, не крупный, но все плотки сейчас в соплях. Ну, такой грамм, наверное, 150. Ну, пока в садок. Потом посмотрим, сколько наловил. На поплавке черные отметки у меня сделаны более широкими. То есть я их маркером подрисовывал пошире. Потому что вот на фоне такой серой воды все вот эти вот зелененькие и желтенькие видно плохо. А вот черные видно очень хорошо. Вот поэтому я с собой таскаю маркер и периодически подкрашиваю черные метки, делаю их более широкими, чтобы лучше визуализировать поклевку. Вот, но такое я делаю только на китайских поплавках. Те японские поплавки, которые у меня есть, две штуки, а я их даже не думал трогать, на них все видно более-менее. Ну вот и солнышко выглянуло, как я и говорил, как только палатку поставим, так распогодится. Вот сейчас стоит палатку убрать и сразу же начнет поливать, так что будем сидеть в палатке.
поднял. За горб забагрился, зараза. Иди сюда. Все, отцепился. Ишика. Бежал. Есть такое ощущение, что крючочки маловаты. Надо на крючки побольше поставить. Вот. Раз лещ подошел, может быть, есть смысл даже прикормить немного. Чтобы, может, там ночек крупный приполз на запах. Хотя можно точку убить. Вот он сейчас вроде нет-нет поклевывает. Сейчас закинешь прикормку и все. До свидания. Такое тоже может быть.
Фига клюнул. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Куда? Тихо. Нормально. Бойки попал. Тихо. Да что ж ты? Бля-бля-бля-бля. Нифига себе. За жопу поймал, да? Подлещик. Ну, покрупнее.
ходит там, бродит, видимо, не может найти насадку. Захребет попал, блин. Ну, когда ртом-то есть начнете? В общем, ребят, с половины 12 до часу ночи что-то вообще не тычка. Рыба периодически в кувшинках поплескивается. Вот. Ну, у меня уже начали прям сами собой закрываться глаза. Поэтому сейчас, наверное, продемонстрирую, что поймал, и поеду потихонечку домой. В общем, рыбку я поймал. Да немного. Что тут? Фигня. Вот. Единственное, что мне в рыбалке сегодняшней не понравилось, это то, что лещ делал мозги. То есть часто были поклевки такие прям на хороший утоп, вот, но рыба не засекалась. Я еще и каю, блин, замерз, что ли, не пойму. Вот, то есть после прихода темноты начали попадаться рыбки чуть покрупнее, такие вот. Ну что тут, все равно грамм 350, наверное. Вот, ну и мелочевка всякая такая всевозможная была. Вот она. Как бы интересно, конечно, ловить, но мелковат, конечно, мелковат. За лещом в такую даль ехать мелковат. Я рассчитывал на карася. Вот, но не срослось. Короче, вот как-то так. Всем, в общем, ни хвоста, ни чешуи. Берегите себя. Ой. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока. Пошел я греться.